Христос воскресе! С Днем Победы, дорогие друзья! В студии прямого эфира Ирина Медведева. Так здорово в этот праздник в кругу семьи посмотреть старые фотографии, почитать сохранившиеся треугольники фронтовых писем, повспоминать, что рассказывали дедушки и бабушки о том времени, а еще пройти по улицам в рядах бессмертного полка. 6 мая, в день святого Георгия Победоносца, по многолетней традиции бессмертный полк собрался в Палестине. А в городе Рождества Христова в Вифлееме с портретами ветеранов шли несколько сотен человек из Хеврона, Рамаллы, Наблуса, Женина, Тулькарма и Иерихона и, конечно, сами вифлеемцы. Выходцы из России, члены их семей, выпускники вузов бывшего СССР, сохранившие теплые воспоминания о русской земле. По завершении праздничного шествия в научно-культурном центре «Русский дом» состоялся концерт. Дети и взрослые читали стихи, исполняли любимые песни военных лет и современные произведения. После концерта всех угощали армейской гречневой кашей с черным хлебом, а в холле развернули экспозицию с портретами ветеранов. Всех собравшихся поздравили с праздником официальные представители Российской Федерации при Палестинской национальной автономии Гоча Ливанович Буачидзе и исполняющий обязанности директора Русского дома Василий Викторович Фролов. События и атмосферу великого народного праздника запечатлела для нас Ирина Миркина. Сердечно благодарим. Катюша, солистка Ульяна Аю. Помните, детям своим расскажите о них.
чтобы запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам, ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью напомните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Thank you.
Интересно, как же все-таки переплетаются традиции разных народов и культур. И вот уже в знаменитой «Катюше», в палестинском ее варианте, который мы с вами слышали, появляются слова о Христе, а в арабском танце можно увидеть элементы русской плясовой. Случайный вальс продолжит наш праздничный эфир. Вновь Палестина на экране. Победы, дорогие друзья! Пусть этот праздник пройдет не в повседневных заботах, пусть он будет посвящен памяти тех, благодаря кому эта победа совершилась. Пусть звучат военные песни и, конечно, молитвы о тех, кто отдал жизнь за други своя. И вечная им память. Христос воскресе!